короче, в чем смысл? Сейчас будет выставка, и в Царице мы, короче, придумали хорошую идею. Не знаю, когда дизайнер пришла эта идея сделать все зеркальное, но это хорошо интегрируется в парк, поэтому все новые объекты, они зеркальные. Таким образом, они не претендуют на какую-то историческую часть парка, так же, как, не знаю, там, ларьки для мороженого, какие-то ларьки для газировки или вот какие-то новые формы. Это портал на выставку, который скоро откроется, и она будет посвящена миниатюрам из самых известных зданий России.